Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня я попал на открытое бета-тестирование нового обновления на проекте Amazing RP Russia. Как вы знаете, я играю на нем уже очень давно. Играю я на сервере Azure. Вы можете вводить мой промокод при регистрации Левонтий и начинать игру вместе со мной без каких-либо проблем. У вас сейчас промокод на экране, а я отправляюсь покупать электросамокат, который вышел при этом обновлении на проекте Amazing RP Russia. Итак, по сути, если этот ролик я выложу сегодня, либо в ближайшие дни, то вы тоже можете поучаствовать в открытом бета-тестировании, я даже покажу вам как. В свою же очередь хочу показать вам, как залететь на Amazing Open Test. Вот обычные сервера, вы качаете лаунчер, потом нажимаете вот здесь вот на вот эту вот фигню, типа трея, выбираете Amazing Open Test, качаете 8,8 гигабайт файлов, заходите, вводите вот сюда свой ник и... просто кайфуйте, наслаждайтесь игрой. А я пока пойду играть на Azure сервер. На счете у меня есть 2000 амазингов, как у всех. В принципе, я их беру просто сейчас, обмениваю на деньги. Но для начала куплю себе права и лицензии, чтобы они у меня были. Перевожу амазинги в рубли. Ну вот, косарь амазингов переведем. Думаю, миллиона нам хватит. Еще амазинги оставим. Мне на самом деле интересна система с электросамокатами, как она работает. Ну вот так он выглядит. Значит, разрабы объяснили это тем, то, что если у вас кончается топливо, у вас какая-то непредвиденная ситуация, вам надо добраться куда-то до какой-то энной точки, вы можете приобрести электросамокат 24/7, он у вас будет в инвентаре. Кстати, обновлена новая система инвентаря. Вот так она сейчас выглядит, то есть это, ну, мега прикольно, я скажу вам. Ну, это просто, видимо, показано, каким образом это все выглядит. Это вот инвентарь, вмещает он 42 слота, с випками он будет вмещать больше. Вы можете также крутить здесь своего персонажа. Вот так вот. Смотреть, как у него скин выглядит. Добавили износ скина, психику. Тут как бы все сделано лаконично, приятно и достойно. Покупаем электросамокат. Покупаем аккумулятор для самоката. Все, выдвигаемся. Сейчас посмотрим, как оно работает. Ну, стоит оно, конечно, дорого. Не знаю, будет ли оно стоить дешевле. Но, по сути, если экономика на серверах такая везде, то эти цены будут разумно будет оставить такими. Все, самокат к Xiaomi, заводим двигатель и смотрим, как он разгоняется. Еще и фары включаются, это мега достойно. Сейчас я вам еще покажу, как его заряжать, тут я знаю, зарядка есть электрическая недалеко. Ну вот, он развивает скорость 50 км в час и, в принципе, на нем добраться можно в любую точку. Это очень прикольно, я еще ни на одном проекте не видел такую систему с электросамокатами. Подъезжаем, получается, до электрозарядки, она где-то здесь должна быть. Также добавили недавно электробусы, но электробусы, к сожалению, я протестить не смогу, потому что там нужен определенный скилл, но я вам сейчас могу показать. То есть вот, например, мы садимся в электробус, вот, и здесь необходимо минимальный скилл для работы 15, у меня его нету, но электробусы будут ездить по всей карте, то есть там будут работать игроки, это очень круто. Мы можем открыть и закрыть свой самокат, все, едем на станцию его подзарядки, посмотрим, что вообще это... из себя представляет. Так, подъезжаем. Нажимаем клавишу E. Все, 1 минута это 5% заряда. Заряжаем. А, ну все, получается у меня он максимально заряжен. Обязательно нужно купить аккумулятор. И вы сможете, соответственно, зарядить свой электросамокат без каких-либо проблем. Получается, обновили систему инвентаря. Я вам ее уже показал, как она выглядит. Это очень прикольно. Обновили систему при регистрации, то есть теперь там более прикольная система, когда вы можете выбрать персонажа, ввести данные. На вокзале вас приветствует голосовой помощник, то есть который объяснит вам, что и как здесь происходит. Вот. И добавили также цех, огромный такой завод, на котором скорее всего, как я понимаю, нужно работать. Вот. Но в принципе-то... дорогие друзья, электросамокат – это реально годная тема. Годная вещь, годная штука. Так, я приехал на парковку. Сейчас вам покажу, как можно легко избавиться от своего самоката. Просто заходите в инвентарь, нажимаете на E и убираете его. Сейчас мы возьмем, значит, мой кабан, который я купил. Я не знаю, зачем я его купил. Я хочу Toyota GT86, которая там Труена или не знаю, как она называется. Короче, похоже на тачку и DeLorean, типа из «Назад в будущего». Сейчас мы доедем, значит, до автосалона кое-какого, о котором у меня есть информация точная, что она должна там быть. И, возможно, приобретем его. Либо посмотрим цену и потом уже эту сольем в кос. Доберемся до этого автосалона и купим нам необходимую машину. Вот, также можем получить номера в ДПС на свой кабанчик.
Ну, такие люди попадаются. Вот взаимодействие. Взаимодействие. Кстати, поменяли систему взаимодействия между игроками. Мы можем по приколу попробовать с кем-нибудь повзаимодействовать, потому что на ПКМ плюс кнопочку R на клавиатуре добавили больше возможностей, более обширную информацию. Ну тут, видите, трэш происходит, я потому что залетел на второй день. Как бы тут по КД, как всегда, происходит то же самое. К обочине! Выходим из машины. Почему? Выходим из машины, мне нужно проверить систему трейда с вами, я тестировщик. Итак, дорогие друзья, вот, правая кнопка мыши, буква R. Предложить провести сделку. Я хочу тебе подарить, дружище, канистру с топливом. А вы кто? Вот, я подарил тебе канистру с топливом, дружище. Кайфуй. Меня злагало. Вот, система сделок. О, все, его крашнуло. Выходим, товарищ полицейский. Будем сейчас проверять с вами, тестить. Систему обмена будем с вами тестить. Стой. Выйди. Систему надо с тобой продать. О, с этим продать. Вылез. Стой. Тестим систему. Это моя машина. И чё ты ливнул, ничего не знаю. Тестим систему. Ну блин, и иконки, кстати, поменяли. Типа чел спит. Типа он АФК, вот, и такая иконочка сверху. Так, ну мы едем за Тойотой. Я хочу ее посмотреть, потому что мне эта тачка вообще дико нравится. Так. Залетаем, может что-то, кстати, еще новое добавили, но не факт. Про Тойоту вот я точно знаю, что она тут есть. Вот она. А нет, это не она, это вообще... Окстись, батюшка, это вообще не то. А где та самая? Где легенда, которую я хочу купить? Где она? Ну, Kia Rio, по-моему, добавили FFB, да? Вот ее добавили, можно будет потом протестить. Ну а где та самая легендарная машина, которую я хотел затестить? Где она? Вы рофлите или что? Я не понимаю. Господин, это рофл? Я извиняюсь, это... Ну... Где вообще все? Где? Кстати, обновили систему с багажниками. Вот смотрите, у меня свой автомобиль, например, кабан. Я нажимаю клавишу E, открываю багажник. У меня здесь лежит уже самокат. И аккумулятор, я бах, могу перетащить, могу обратно туда закинуть. То есть это вообще имба, и вживую он тоже открывается. Это очень круто сделали. Это прям мега прикольно. Ну и обновили вот эти все системы взаимодействиями, типа... Про бензин, про всякое такое. Вот это вот прикольно сделали. То, что нет теперь вот этой... типа меню, но не быстрого, а именно такое, знаете, строчечное, где текст один написан соло. Вот это реально очень прикольно сделали. Короче, ребят, если вы хотите затестить открытое бета-тестирование на Амазинге, то вы можете смело заходить, играть, смотреть что да как. Возможно, именно после открытого бета-тестирования вам это понравится, зайдет, потому что тут больше возможностей. Тут пока есть деньги, дают всем, можно все это смотреть, тестировать. И уже, соответственно, на серверах, когда все это закончится, когда введут обновления, вы сможете зайти и начать игру с нуля по моему промокоду Левонти, который у вас сейчас на экране. В свою же очередь хочу сказать вам спасибо за просмотр и всем пока-пока.